вышла женщина, которая здесь работает, на базе. Познакомились с ней, она меня пустила туда машину поставить. Напугала меня медведями, волками. Сказала, если что, звоните, прибежим вас спасать с собакой. Ну, там связи нет. Вот до этой развилки были человеческие следы, а сюда уже пошли какие-то копытные. Вот, наверное. Иду на болото. Все, встала на лыжи. Ни разу на них не ходила. Сейчас буду учиться на них ходить, испытывать их буду. А, как упаду. Фу, в общем, сейчас в ту целину пойду. Вот туда. Вот как процесс происходит. Нормально. Иду. Не тону. Вроде пока не падаю. Саночки нормально едут. Просто прекрасно. От лыж остается полоса как раз для них. Классно. Хочу выйти на болото, на открытую местность. Заяц бежал. Большой какой-то. Так, впереди какие-то завалы. Ну ладно, обойду. Что-то я падаю, уже второй раз упала. Ну, не знаю, здесь что ли остановиться. Не знаю, смысл есть идти дальше. Там, конечно, очень красивые места. Это мое любимое болото. Но не знаю, тут далеко так идти. Потом завтра выбираться отсюда. Ладно, попробую вот здесь тогда. Растоптать место. Да, место не очень какое-то уютное. Не знаю, куда еще идти. Ладно, пойду дрова искать в сторону леса. Ну туда. О, вот это только задело, она треснула. Опа. Сейчас очищу ее от сучков.
О! Ой, она совсем видимо гнилая. Ой. Ой. Ладно, потом разберусь. Тоже заберу ее на обратном пути. Так, куда пойти-то? О, победа! Вот такую дуру я свалила. Я ее, конечно, рубила, подрубила, подпилила, подрубила. Тут без лыж вообще никак, проваливаешься. Запах то ли багульником пахнет из дерева, то ли какими-то ягодами. Какой-то ароматный идет запах. Thank you.
почти. Не до конца. Фу. Вот как это выглядит. Пока что все криво, но хоть стоит, а то ладно. Потом расскажу принцип. Там сейчас тоже было очень красиво, такие нежные краски, подсвеченные солнцем. Но я тут мне некогда было. Я вообще стою больше, чем по колено. Все, в палатку пытаюсь занести. О, еще немножко. В общем, как-то я ее установила. Сейчас внутри буду обустраиваться. Печку надо как-то ставить. Красиво. Да. Жалко любоваться некогда. Вот я уже внутри. Тут пока бардак. Сейчас буду туда ставить печку. Сюда куда-то. Вот у меня дырка для нее. Ой, как грязище-то какая-то. Откуда что? Теперь на улицу надо идти. Она может трубу собирать. Да, надо фонарик уже зажигать. Сейчас зажгу печку. О, спички-то какие.
Ну вот все, фонарик я включила. Печка у меня топится. Сейчас буду прибираться. Что там видно в лесу? Никто не ходит. Сейчас чаю попью из термоса. Из дома еще. Чай с мятой. И пойду на улицу за снегом. Буду варить пельмешки. Чай с мятой горячий. А то я пока дрова колола, так пить хотела. Все, я уже раздеваюсь. Это снег шумит. Топится. Мне уже жарко. Сейчас дровишки аккуратненько сложу. Кстати, потом они потоньше стали и колоться стали без проблем уже. Уже легко кололись. Почти пополам. Пельмешки уже с приправами. Так. Эй! Одной рукой неудобно. Сейчас соберу. Вот у меня какая меховая лежаночка. Когда спать буду, еще матрасик надую. Вот сейчас лежу без матрасика, просто на пенке и на меховой искусственный мех подстилкой. Вообще не холодно пока что. Ну там у меня еще тоненькая вот эта вот китайская какая-то прослойка. Подстилка на пол. Может еще она так от снега защищает. Думаю, я сегодня не замерзну. Ну, сегодня и не холодно на улице. В общем, палатку эту я сама сшила. Ни разу ее еще не устанавливала. Сейчас испытания проходят. Вот мой подписчик Андрей Пуптов мне порекомендовал вставить арматуру. Он, правда, рекомендовал мне кольцом сделать, но я что-то кольцо пока не стала делать. Я просто в ребра вставила. Вот ребра жесткости. Арматура. Стеклометалл, что ли, или как она? Я их обклеила лентой, клейкой, потому что она занозы оставляет, когда ее трогаешь. Вот ее можно достать. Там вот с той стороны. Ну, в общем, у меня ослабли оттяжки. Неохота выходить на улицу, подтягивать. А принцип завтра утром покажу, когда буду разбирать. Как я оттяжки крепила к снегу. Почему-то на востоке небо светлое. Странно. Время сейчас еще 7:30 вечера. На западе вообще темно, черно. Ничего там не видно. От города, что ли, подсветка? Странно. Запотели окошки. Сметана и ем пельмешки. У меня еще огурец есть. Горячая. Ой, ручка оторвалась. Вот это да. О, датчик дыма сработал. Это я сейчас печку открывала, бумажки туда, дровишек подкидывала. Орёт. Сейчас проветрю.
А красиво моя палаточка смотрится, хоть и белая. Что-то мне белую захотелось. Ну, маскировка. Дым идет из трубы. Не видно. Прикольно. Я уже переоделась во все спальное, во все сухое, все мокрое, которое я в снегу повесила сушить. Надула матрасик, постелила меховушку на него. Так хорошо. Вот печка у меня рядом, на расстоянии вытянутой руки. Мне Лана сейчас звонила. Это женщина, которая работает на базе, которая мне машину припарковала. Которая машину мне дала припарковать у них на территории. Но тут связи нет, звонок проходит, а ответить я не могу. WhatsApp иногда тоже ловит. Я ей написала, но у нее, видимо, не ловит WhatsApp, потому что одна галочка только. Она мне говорит, если медведь или волк на тебя нападут, залезай на дерево, там есть связь, звони мне, и мы с собакой придем тебя спасать. Так мило. Шторы не успела сшить. У меня естественные шторы. Окно запотело, ничего не видно. О! Сейчас свет выключу. Фонарик выключу, покажу. Там луна. Не видно. Надо выйти на улицу. Неохота, правда. Луна там такая красивая. Вон она. Ага, как я выйду-то? У меня уже тут пуховые носочки надеты, штаны сухие. Если я выйду, я опять вся в снегу буду. Что делать-то? Луну хочется поснимать. Все, грелку я нагрела, печку поставила на медленное тление. Буду спать. Спокойной ночи. Ветер дует, такие порывы бывают, как прям в летнем походе. Доброе утро. Что-то я всю ночь не спала. Сначала понять не могла, почему. А потом поняла, что у меня есть эти фонарики. Гирлянда это светила и мешала мне спать. Пока я с головой не укрылась, не уснула. И еще шумно было, ветер колыхал палатку. Не трепал так хорошо ее. Ну, оттяжки. Система оттяжек выдержала. Буду убирать, покажу. Ой, так спать хочется. Печку уже растопила. Сейчас снег натоплю на чай. Поем с пирогом. И все, и пойду. Испытания провела. Палатки, лыж. А! Вот не испытала только еще одну обновку. Микрофон на камерный. Вот его еще не испытывала. Может, по дороге что-нибудь позаписываю. Ночью сильный ветер надул. Облачность какую-то. Но похоже, что ее раздует. Солнышко там встало и встает. А, у меня же еще пила новая. Тоже испытывала ее. Ну, я не знаю. Они бывают подделки, бывают. Бывают хорошие, бывают плохие. Я не знаю, какая у меня. Ну, по крайней мере, той маленькой своей старой, такую лисину я бы точно не распилила. Ну, это и распилила. Не знаю, долго, недолго.
Ну, распылила. А вот и солнышко полноценное вышло. Я тут вещи собираю. Это самое ужасное, что может быть в походе. Собирать вещи. Для меня. Уже не столько печка греет, сколько солнышко. Очень нагревает палатку. Вообще в палатке солнечно. Хорошо с окошками. Здесь уже утоптался снег. Уже не проваливается. А стоит вот сюда вступить, и все, вот отсюда уходит. Что-то вообще посюда. Нынче вообще снега много. На растяжках, на оттяжках палатки крутятся. Ничего себе, как заклинило. Вообще с железяками у меня, конечно, я не дружу. У меня никогда вот нормально ничего не делается. Вон какая глубокая яма получилась. Это я туда наступила. Без подстилок. Вон как там глубоко. И это еще не предел. Ой, даже не достаю рукой. Вот такая вот система крепления. Вот. Вот сейчас надо откапывать. Лопату-то я в машине оставила. Специально взяла лопатку. Держит вообще намертво. Вообще не вытащить вот так вот. Только откапывать. О. Вот. Тут у меня фастекс. Но он сломался, потому что я решила вот так вот дернуть. Поэтому привязала. Следующий. Здесь нормально. Вот, можно регулировать натяжение. Ну, за
Вот она. Там просто узелок. Вот фастексом крепится к оттяжке, к палатке. Оттяжки двойные. В этот раз сделала. Палатка упала, к сожалению, уже. Ну, в общем, по две петельки. И общая веревочка у них. Не знаю, не вижу, что снимаю, солнце светит. Вот они у меня разными цветами. Синенькие — это для закрепления углов основания, а красные — это боковые оттяжки. А это труба. Полиэтилен. То ли 100, то ли 110. 110, по-моему. Конечно, это все хорошо и держит. Порывы ветра сегодня ночью были такие хорошие. Но так это долго все это устанавливать. Если будет холодно, то замерзнешь 10 раз. Все, собралась наконец-то. Надеюсь, я ничего не оставила, ничего не потеряла. Ну а сейчас я встану на свой след и по следу уже пойду. Надеюсь, без проблем дойду. Моя дорожка. Никто по ней не прошел, никто ее не нарушил. Сейчас дойду по ней до машинки. Красота какая. Весна уже чувствуется. Лес, конечно, уже не зимний, хотя вот остатки былой красоты. В декабре я приезжала, лес был очень красивый, заснеженный. Но я не смогла проехать. Даже остановиться негде было, чтобы погулять, поснимать. Вон заячьи следы. А вот чьи? Волк? Лиса? Ой, как хорошо в лесу. Уходить не хочется. Сейчас опять свалюсь. Как снимать начинаю, так падаю. Ага, вот место моего первого падения. А где были остальные? Что-то я их не видела. Вот нарочка. Вон уже просека видна. Или это не просека? Ну что, до свидания, лес. Уже почти весенний. Дошла до просеки. Ее видно впереди уже. Вон табличка, охота запрещена. Все, выхожу. Вот стою, прощаюсь с лесом. Заснеженным. Больше уже не увижу его. Я сейчас нахожусь в яме между двух гор. А если на них забраться, с них, ну, вид такой, дали какие-то видно. Видно Среднеуральск. Пруд или озеро вверх. Исетское озеро видно.